Только тихо. Вы слышите шаги вечности, а вы послушайте. Вы ощущаете, как она смыкается вокруг нас. Кстати, нас окружает не только вечность. Когда я говорю, а вы слушаете, нас с вами слышит еще кто-то. Он, она, оно приходит из вечности и живет рядом с нами. Только это происходит незаметно. И вот однажды он или она возьмет нас за руку и поведет по прозрачным ступеням. Вам не страшно? Мне нет. Вечность – это что-то лишнее. Вечность – это слишком много. Все, чего слишком много, теряет спрос, а значит обесценивается. Это называется инфляцией. Вы заметили, что главной героине скучно на сцене? Вечная звезда постепенно превращается в часть обстановки. Она становится декорацией, бездушной шторой, занавесом, но остается красивой.